Майни вновь с вами, всем привет, и сегодня у нас долгожданная реакция на Гарри Повара. Почему многие просят сделать именно на его реакцию, я не знаю, потому что это видео уже вышло очень-очень давно, но я его не видел. Я RVTP раньше не смотрел, точнее RVTP, опять же, ужас. Погнали смотреть вместе. Окей. В Adventure Time. Рот Гандон. Не идите к нам. Окей. Дарт Вейдер. Дарт Вейпер. Блядь, он будто реально с парилкой идет. Ну ладно, окей. Гарри Поттер. Гарри Повар и философское яйцо. Окей. Окей. Это же этот, блин, друг Малфоя вроде бы. Как же давно не смотрел Гарри Поттера. Ой, ужас, как громко. МакГонагал, а вот как ее зовут. Я еще помню книги, я сначала все книги прочитал. Да что ж так громко? Как там Гарри? Боюсь, я случайно мог сесть на него. Такой же вкусный, как и был. Какая же дичь. Вставай. Соседи по утру. О, мои соседи, отвечаю. Что сейчас будет, интересно. Планета взорвет. Да почему так громко, мать твою? Не люблю громкие эффекты эти. Ужас. Пососи мне кок. Да ну чё вы, блин? Да реально, как же много этих тупых звуковых эффектов, которые зашкаливают. Это так в уши бьет, ужасно. Твоя сарделька у меня, чувак. Волан-де-морт? Иди на трех. Окей. Волан-де-морт? Пап, смотри, Гарри Поттер, пап. А да, это пап. Кто будет тебе написать? Что? Оп, Хогвартс. Mother of God. Mother of God. Охренеть. А, это ж первая часть, боже мой, философский камень. Когда ему куча-куча писем потом пришло. Папа сошел с ума. Мистер Гарри Поттер желает снять Борнмор. А у мистера Поттера есть его член? О, минутку. Он где-то у меня. Блин, не знаю, на самом деле есть RVTP более годные. О, этот с Майнкрафта обсидиановый портал в ад. Чего так многие просили людей, люди снять Гарри Повара? Когда я первый раз смотрел, я тоже даже испугался. Ты собираешься сесть или не являешься тобой? Тоже не... Ужас. Волан-де-морт. У тебя действительно на лбу есть этот... Что? Хуй! Да. Ой, блин. Не знаю. Теперь зрители оглохли. Да я уже оглох 800 раз. Главный членом... Oh, you touch my tra-la-la. Пошел ты нахер, козел! Блин, дальнобойщики. Рональд Уизли. Это такие не дети еще тут, конечно. Я тогда еще ребенком был. Сейчас поглядеть, как они выглядят все вообще, такие мужики.
чем вы займете свои места, вас распределят по факультетам. Гриффиндор, Гриффиндуй, Кокфиндор, Кокфиндор, Слиффиндор, Слиффиндор. За нарушение правил вы получаете очки. За успехи вы будете их терять. Вот дичь. Надо будет посмотреть такие Гарри Поттера. Нормального Гарри Повара. Что-то аж ностальгия на самом деле пробрала. Выйдет вперед, и я надену ему на голову. Профессор Снейк, если не ошибаюсь, да? Или Снэк. О боже, я же забыл все имена. Реально, надо будет посмотреть, а то позорище. О, Квиддич. Эх, рип. Блин, я помню, у меня была игра по Квиддичу. У меня была игра на компьютере по Квиддичу про Гарри Поттера. Я играл не очень много. Летел бы, я щебетал всю жизнь. Боже, это такой старый мем. О. Было время, когда провинившихся подвешивали, зашли в подземелье, кровожадно вкручивали соски и выжигали глаза. Кровь единорога поддерживает меня. Но она не может дать мне... Что это за лицо? Но есть одна вещь, которая даст. Эта вещь очень кстати лежит в твоем кармане. Останови его! Зачем? Как же давно это было снято, но какой же был классный фильм. Если ты и книги очень хорошие. Смертью. Никогда. Яйцо. Волшебное яйцо. Вот оно. Яйцо. О! Доктор Попов. Еще даже горячее. А, это доктор Попов, типа, очень сзади. Мощно прогревает. Область промежности. Музыка классная. Даже спецэффекты сейчас очень круто выглядят, на самом деле. Как рассыпался. Профессор черной магии. Ай. Все? Оценки. Постах 0 из 10. Короче, концов сказать, да? Ну там, блядь, нихуя вообще, тема повара вообще нахуй не просто. Рэп там, ёбаный в рот, блядь. И чё у вас за качество записи, я, блядь, нахуй. 5 из 10. Опасный по... Короче, бля, я... Это Влад Борщ, вроде бы. После долгого своего отсутствия, блядь. Чтобы, блядь, вообще такой мажор, смотрите на мои часы. Оценка режиссера 9 тысяч из 10. Окей. Окей. Ну, что я могу сказать? На самом деле, сейчас RYTP выходит намного лучше. То есть, тот же RYTP по Gravity Falls был, он очень классный. Вот он мне очень понравился, как-то Литуинский сосуд, как-то он так назывался, он был реально шикарным. Плюс сам некоторые по Зверопоясу классные. И у меня тут вопрос к вам, ребят, назрел, кто-то смотрел до этого момента, что очень будет удивительно. Меня просят снять RYTP по Зверополису опять, называется Зверятник RYTP. Я еще сам этот RYTP не смотрел. Посмотрите, оцените его и скажите, есть ли смысл делать на него реакцию. Если есть, то я сделаю. То есть, чтобы вам было интересно. Главное, чтобы вам было интересно, тогда и мне будет интересно. Вот в этом суть. Все, спасибо, что посмотрели со мной это видео. Подписывайся на канал, ставь лайки, добавляй мне друзья ВКонтакте, ссылочка в описании к этому видео.